Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии. Итак, что мы видим? Бампер замена, крыло замена, двигатель немного понятно, подровняем. Вот такую деталь донора мне привезли. Ну что, устанавливаем машину на стенд. Разбираю. Разобрал салон, что я вижу. В багажнике все нормально, а вот здесь днище над баком и вот тут сыграло. Сняли задний подрамник и бак. Ну что, начинаю ремонт. Первым делом измеряю лонжероны по высоте и крепление подрамника диагонали. Ну, как и ожидалось, диагонали не одинаковые. После измерений я вытягиваю арку колеса. Ну что, арку я вытянул, теперь буду удалять пол крыла. Почему пол, позже увидите. Удаляю также некоторые внутренние части, чтобы снять напряжение. Теперь я могу тянуть. Тяну за крепление подрамника. Затем тяну за внутренний усилитель порога. И сам порог. Для удобства снимаю заднюю дверь. Вот все, что вышло, вытянуть. И вот этот вот заломчик, он не идет. Придется удалить еще некоторые усилители. Удалил весь поврежденный металл. Теперь осталось вытянуть вот этот заломчик и затем подровнять арку. Вытягиваю заднюю часть крыла. Вот для этого я пол крыла и оставлял. После того, как вытяну, я удалю оставшиеся куски крыла. Арку я сделал, все на месте.
Теперь свариваю все внутренние усилители и весь внутренний металл. Свариваю все в натянутом состоянии. Итак, внутренний металл я весь сварил. Теперь примеряю заднее крыло. Навешиваю заднюю дверь. Затем все закрываем и смотрим зазоры. Итак, средний зазор в норме. Задний тоже. Ну и осталось с крышкой багажника. Закрываем крышку багажника. Тоже good. Ну что, привариваю крыло. Итак, крыло приварено, зачищено. Теперь я примеряю остальные части зада, бампер, фонарь, дверь. И на этом работа с железом закончена. Разбираю, отдаю машину на покраску. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!